Спасибо, друзья. Всем привет. Я Богдан Засяк, постоянный ведущий нового шоу на канале Дачи Студиос под названием Дачи Ньюс. Шоу, где я буду рассказывать о главных новостях канала Дачи Студиос, а также новостях моего класса 6 Б. Поехали. Новостям канала Дачи Студиос. Как сообщает Никита Тростянецкий, работа над фильмом «Банановый магнат» уже началась. Уже снимается трейлер и пишется сценарий. Предположительно, трейлер выйдет в начале или в середине июня, а сам фильм уже ближе к июлю. Еще одна новость. В самом разгаре война между Дачи Студиос и Эдриана Бёрстом. На данный момент на 7 часов 24 апреля у них равное количество подписчиков и у Дачи Студиос и Эдриана Бёрста по 181 подписчику. Друзья, у нас к вам сообщение. На этот выпуск планировалось снять также еще одну подрубрику, а именно «В гостях у Дачи». Но так как мы не нашли нужных гостей, мы хотим объявить, если вы хотите сняться в этой рубрике и стать гостем второго или других выпусков Дачи Ньюс, пишите нам в комментариях или в личку в Телеграме или в Вайбере. Мы выберем нужных гостей и пригласим их на нашу передачу. Итак, приступаем к рубрике новости 6 Б класса. Итак, стало известно, что на этой неделе 6 Б класс начал дежурить по всей школе. Как сообщает свинскийшкольник.ком, никаких серьезных нарушений дежурные 6 Б класса не допустили. Ну что ж, друзья, это конец новой рубрики Дачи Ньюс на канале Дачи Студиос. Это были все новости на этой неделе. Ну что ж, на следующей неделе, также в четверг и также в 19:00 будет следующий второй выпуск. И абсолютно любой из вас может стать гостем новой подрубрики «В гостях у Дачи». Обязательно связывайтесь с нами в комментариях или вышеназванных соцсетях. С вами был я, Богдан Засяк. Этот выпуск был создан под поддержкой 6 Б класса. Всем спасибо. Всем удачи.